Dan sırrın pidine yakı. Ваши документы куда им? Что? Ирю, сержант Петренко, куда им? Начнется. Что? Начнется. А, на улице Черниговского? Да. Ясно. Кто водитель транспортного средства? Я. Чётче говори, пожалуйста. Другое дело. ФИО. ЗАО. Не, я говорю, фамилия мощная. Зацепкин Александр Артемович. Генчи. Очень приятно. Имя второго. Какого второго? Странно. Близнеца твоего. Какого близнеца? Нету никакого близнеца. Не надо хором говорить. Я говорю, где второй? Какой второй? Я говорю, не было никакого второго. Я один ехал. Алло. Здравствуйте, сержант Петренко. Куда я? Домой. Цель поездки? Доставка тела. Какого? Александра Артемовича. Генчи. Очень приятно. А что я, собственно, нарушил? А? Не получается разговор, да? Ладно, попробуем по-другому. Куда им? Сюда. Откуда? Отсюда. И что там? Еще. А там? Тоже ничего. Мы что, в вакууме? Все понятно, я понял. Давай, говори, сколько? Что сколько? А не надо, ты прекрасно знаешь, о чем я тебе говорю. Говори, сколько? Сколько? Тысяча. Тысяча? Тысяча. Считай. Раз. Два. Дрожжина, шампиньонка, куда я... Вы что, охренели, что ли? Вы меня за последние полчаса второй раз тормозите. А если вы знаете, что вам по закону нельзя прятаться на машине в кустах? А мы в кустах не прятались, мы туда на машине вхерашились. Поздравляю. Ладно, отсмотрим транспортное средство. Раз. Где эти ваши? Кто? Ну, вещи. Деревья? Ну и деревья. Дворники где? Какие дворники? Украли? Что дворники украли? Ой, куда? Вы что, пытаетесь скрыться с места происшествия? Стоять на месте, руки на компот! Стоять, иначе я сейчас буду стрелять! Опа-опа-опа-опа-опа. Это что сейчас было, я не понял. Это я сделал два предупредительных выстрела. Воздух. Из пистолета? Ну, из организма. Откроем багажничек. Откроем. Ух, ага. Это что, женщина там?
Баба, да. Знаешь, она хорошая. Такая, на троечку потасканная. А что рядом с ней делает олень? Как в багажник попал олень, а? Ты понимаешь, брат, какая история произошла? Значит, осенью, в дождливый серый день, проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Я его сбил. Я прошу прощения, может, мне показалось, вы что, употребляли? Употреблялся. И проведем тест, проверим содержание алкоголя в крови. Для начала повторяйте за мной, повторяйте проворку. На дровах, дворах. Навари. Ладно, этот тест и прошел. Сейчас вызовем судмедэксперта. Сейчас. Первое. Хватит дуть в руку. Первый, я второй, третий. Будешь? Приезжай. Ты речь? Здравствуйте. Я доктор, вызывали? Вызывали. Зай. Отлично, начинаем работу. Кто труп? Я. Ой, труп. Отлично, продолжаем работу. Причина смерти. Коньячок. Красавчик, дай пять. Все. Я тоже. Давай. Ну что ж, труп. Собирайтесь. Поехали. А я тебя сам отвезу. Красавчик. Дай пять. Спасибо. Ну я... Нет, не хочу. А. Да. Как поедем? Поедем в Москву или через Ригу? Иди на. Чего? Я говорю, иди нахуй. Чего? Ну я тебе по-русски говорю, иди нахова, как ехать. Ах, иди нахова. Все, иди нахова. Квартал 95. Одинаково смешные. Что есть, то есть.